Во Франции желтые жилеты вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость на дорогах. Об этом сообщил глава МВД страны. По словам Кристофа Кастанье, акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения. Протестующие видят в камерах лишь средства отъема денег. В начале прошлого года власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км в час, что вызвало недовольство многих водителей, и установили по стране 3200 камер, более половины из которых уже не работают.